Всем привет, с вами Дарк, и сегодня вам покажу костюмы Стражей Галактики в Майнкрафте. Что ж, первый костюм, это у нас костюм Звездного Лорда. Итак, давайте одеваем его костюм, сразу возьмем вот это. И, ребята, как вы можете сразу заметить, у нас такой появляется от первого лица такой интерфейс. То есть мы вот так вот выглядим от лица вот этого Звездного Лорда. Да, ребят, смотрите, вот такой вот у нас интерфейс у Звездного Лорда, это реально очень круто. Значит, что мы можем? Мы можем... У нас есть собственный вот такой вот бластер, и также у нас больше ничего нет, но с этим бластером мы можем... Вот. Вот такую вот штучку пулять, это типа такой сгусток энергии пуляется. Но, ребят, если мы нажмем на... Ну, то есть мы зажмем и вот так вот начнем целиться и нажмем на букву... S, то у нас меняется оружие, и мы... Стоп. Да вот, и мы уже стреляем не какой-то сгусток энергии синий, а теперь стреляем вот таким вот огнем. Давайте сейчас все это потушим. И, в принципе, все. Ну, давайте еще вот так вот посмотрим на себя. Вот такой вот у нас маска очень крутая, реально. У нас вот так вот сзади мы еще выглядим, но самое главное, мы можем летать. Если вы смотрели фильмы про Стражей Галактики, то вы, наверное, знаете, что он умеет летать, когда у него надеты вот такие вот ботинки. И сейчас в этом костюме не сразу одеты, и можем сразу летать. Это реально очень круто. Что ж, давайте проверим урон у Звездного Лорда. Давайте проверим урон от огнемета. Ну, в общем, с двух ударов мы убиваем. Так, а теперь давайте... Стоп. Вот так вот. И теперь... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В общем, вот это уже очень долго убивает, но я успел заметить, что... Смотрите, вот я еще раз сейчас пульну в него. Смотрите, видите, у него какие-то пузырьки выходят. Это значит то, что мы его чем-то там отравили, наверное, слабостью какой-то. Ну, в общем, все понятно. Что ж, переходим к следующему костюму. И следующий костюм это у нас Гамора. Что ж, вот так вот выглядит Гамора. Давайте, кстати, вот это сложим. Вот. Вот так вот выглядит Гамора. У нас, конечно же, есть ее вот такой вот крутой меч. Без этого меча она вроде не сражается, да, вот. Вот так вот с первого лица это выглядит реально очень круто. И давайте сразу же проверим урон. Давайте с кулака проверим. Раз, два, три, четыре. 5. С 5 ударов, с меча, раз, два, с 2 ударов. И давайте проверим еще заодно Стар-Лорда, потому что я опять забыл проверить его урон с руки. С 2 ударов, ну то есть он сильнее по силе, чем Гамора. Что ж, следующий костюм, это у нас костюм Дракса. Одеваем костюм Дракса, и мы сразу вот так вот выглядим. Мы уже стали таким немножко качковатым, видите, второй слой в этом костюме есть. Мы типа крутой качок. Потом, давайте проверим сразу же урон. С 2 ударов. И у нас есть его ножик. Вот такой вот ножик. Очень крутой ножик. Мне самому нравится. Ну и в принципе больше он ничего не умеет. Короче, нет. Он, короче, поскольку он суперсильный, он что-то делает такое суперсильное и сделает такой суперудар. Это такой супер удар кулаков, наверное, и в итоге этот житель далеко улетает. Давайте еще раз. Пау! Лол. Ладно, давайте проверим сейчас урон с руки. А, с руки уже проверили. Давайте проверим урон с ножа. Раз. С одного удара, лол. Что ж, следующий костюм это у нас Грут. Я есть Грут. Давайте оденем костюм. Вот так вот мы выглядим. Мы на букву «Р»! Мы на букву R можем делать вот такие вот типа дерева, но это, короче, дерево без листвы выходит. Это мы на букву R все спавним вот так вот. Вот так вот, оп. В общем, прикольно. Что можем делать еще? Стоп. А мне... А. Ну, в общем, походу мы больше ничего не умеем. Ну, давайте проверим урон. Раз. С одного удара. А что будет, если на него дерево заспавнить? Стоп. А, ну короче, просто оттолкнет. Ну, в общем, все понятно. Что ж, следующий костюм это у нас
Костюм ракеты. Одеваем костюм ракеты. Итак, вот так мы выглядим. Смотрите, вот это уже, по-моему, это самый лучший костюм из всех Стражей Галактики. Что ж, вот так мы выглядим. У нас такой вот хвост крутой. У нас даже вот эта вот штучка торчит, типа клюв, или как называется у енотов. В общем, очень прикольно. Что ж, у нас есть его бластер. Мы можем у него стрелять, если мы зажмем и нажмем на букву F. Пулям вот такой вот штучкой. И, в принципе, все. Давайте проверим урон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Ну, короче, понятно. Сразу понятно, то, ну, енот же это типа, он типа сильный, да, но поскольку он полуживотный такой полуживотный енот типа, но на самом деле вы знали то, что он не енот? Он антроморфорное животное такое, которое появилось случайно. Ну, короче, типа он енот, и поэтому у него такой слабый урон. Что ж, давайте проверим бластер. Ну, бластер уже с одного удара, все понятно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем удачи, всем пока!